получилась хорошая игра. Так как ребята, была самоотдача ребят, мне понравилось. Были ошибки тактического плана. Будем разбирать их, скажем прямо, как оно. Я остался доволен игрой своих подопечных. İki tarafta güzel bir maç gösterdi. Maalesef hatalar da vardı. Onları ele alacağız ve stratejik olarak da değerlendireceğiz. Вы тренер, имеете лицензию? Лицензию С. Имеете. Молодец. Очень ясно. Вы можете подать свою кандидатуру на тренера главного сборной. Будете тренировать. Если вы говорите, что я опоздал и все остальное. Вы меня упрекаете этим. А с лицензией С некрасиво так. Говорит тренер, у которого есть лицензия ПРО. Это первое. Я не считаю, что я опоздал. С заменами. Я еще людей вообще никого не знаю. Я их только узнал, ребят, неделю назад. Кто на какой позиции, для того, чтобы что-то делать. Надо немножко больше узнать, но это не оговорка какая-то. Вы понимаете, о чем идет речь, кто разбирается в футболе. За неделю невозможно узнать ребят, их невозможности, куда кого поставить, кого выпустить, как усилить игру и так далее и тому подобное. Хотите обвинять меня, обвиняйте. Yani iftira atıyorsunuz dedi. Antrenör, siz de antrenör olsaydınız belki o zaman geciktiğimi söyleyebilirsiniz. Bir haftadır takımla çalışıyorum ve henüz tüm kabiliyetlerini öğrenmiş değilim. Dizilişe gelince ise biz evet Mkırtçyan sarı kart aldığı için şeye geçtik, dört defansa geçtik ama Türkiye takımı da dört defansa geçmişti. Böylece karşılıklı ayna stratejisi uygulanıyorduk. Не двух футболистов, я могу сказать о трех футболистах. Три дебютировало сегодня в составе, три футболиста. Я остался доволен их игрой. Üç futbolcuyu özellikle ayırmak isterdim. Genelde tabii yeni katılan futbolcular güzel bir maç gösterdiler. Özellikle de Ivo'nun oyununu çok beğendim. Я должен переспать. Я пересплю, потом посмотрю. Sorunuza dakik bir cevap verebilmem için biraz uyumam lazım. Uyuduktan sonra da tekrar bakacağım oyuna. Ancak o zaman derin bir şey söyleyebilirim bu konuyla ilgili. Откровенно говоря, мне очень, не знаю, даже как сказать, мне неудобно, что проиграли. Не знаю, что сказать. Атмосфера великолепная. Наверное, вы извините за это поражение. Прошу прощения у болельщиков. Всегда виноват во всем главный тренер. Такая профессия у меня. Атмосфер gerçekten mükemmeldi. Sadece kusura bakmayın ilk şeyimiz olduk. Kaybettik maalesef. Ama gerçekten atmosferden çok duygulanmıştı. Это называется опыт, знаете. Я никогда ничего не предпринимаю и сразу же не отвечаю на вопросы. Я должен посмотреть, переспать, что предпринять. Я буду искать игроков, вводить новых ребят, давать шанс им играть молодым. Вот этим буду заниматься. Буду учить их. Если они будут мне доверять, я им зашел, раздел поблагодарил. Сказал, что вы должны доверять тренерскому штабу. Будет доверие. Я говорю, мы на правильном пути. Я говорю, мне в чем... Прямо скажу вас упрекнуть, я сказал футболистам. А какие изменения, что сделать? Ну, будет игра 28-го, я подумаю сейчас, там ребята, ну там есть такие повреждения какие, я не могу сейчас сказать. У меня три человека уедут сейчас. Они уедут, потому что там было такое условие, что им надо ехать, этим ребятам, так что... Будем работать дальше. Как оно будет, не знаю. Я тренер. Если вы хотите что-то спросить, что... чемодан собран. Всегда стоит в углу. Özellikle tecrübenin ne kadar önemli olduğunu vurguladı.
bazı sakatlıklar var. Onları düşünmemiz lazım. Aynı zamanda 3 kişi gidecek. Sadece bu maça katılacaklardı onlar. Gençlere özellikle konsantre edeceğiz ve ben takımda da görüştüğümde dedim ki birbirimize güvenmemiz lazım. Güvendiğimiz takdirde her şey güzel olacak. Tabii ilerideki maç Kıbrıs'ta olur. Ona hazırlanacağız. Ve benim de bu tecrübeyi analize edip öyle kararlar almam gerekecek. Ve en sonunda da şöyle bir şaka yaptı. Bavul hazır. Yani her zamanda istifa verebiliriz ama tecrübeden kazanıp ilerideki maçlara hazırlanacağız. Şuna kalsın bavul. Teşekkür ederiz.